Сегодня открывается 4-й международный платоновский фестиваль искусств. Его бессменный директор и художественный руководитель Михаил Бычков рассказал, что в программе предусмотрено много бесплатных мероприятий. И это будет изюминкой фестиваля. В частности, всемирно известное уличное шоу из Франции «Танец человека и экскаватора» сможет увидеть на площади Ленина любой воронежец и гость столицы Черноземья сегодня в 18 часов и завтра, 6 июня, в 20 часов. Кроме того, 6 июня на Советской площади откроется насыщенная и разнообразная литературная программа. Открывается с 6 по 8 июня на Советской площади традиционная книжная ярмарка. Конечно, книголюбы знают, помнят, но есть люди, которые должны к ним присоединиться. И я очень хочу, чтобы огромная программа, которая запланирована на эти три дня, пятницу, субботу и воскресенье, 6, 7 и 8 июня, была бы увидена, услышана, востребована людьми. В 17 часов 6 ярмарка откроется. Все, конечно, сливки, я имею в виду, там знатоки сразу скупят, так сказать, книги. Те, которые ждут, знают, что такое Воронежская книжная ярмарка. Дальше традиционный концерт нашего замечательного хора, который в прошлом году огромным успехом пользовался. И сейчас пусть воронежцы послушают на свежем воздухе, там же на открытии ярмарки наш воронежский хор. Это произойдет в 19 часов 6 июня, сразу после открытия ярмарки. Но сразу же после открытия заработает и детский шатер на ярмарке. Поэтому все, кто пойдут туда, значит, с детьми, смогут стать участниками вот этих образовательных, развивающих, интеллектуальных программ, специально устроенных издательствами, специализирующимися на детской литературе для маленькой публики. Там же будет, я надеюсь, у нас и какие-то бонусы в виде там вкусного кофе и каких-то, значит, безалкогольных напитков и так далее. На следующий день, 7 числа, простите, пожалуйста, наша традиционная эстафета. Ну, я уже говорил, я просто хотел бы, чтобы много людей приняли в этом участие. Я имею в виду в качестве зрителей. У нас позавчера состоялась организационная встреча с теми, кто через интернет в этом году зарегистрирован на эту встречу. Конечно, мы там не всех допустили, в основном по возрасту, потому что часть школьников, в общем, не попала в этот проект. Но так интересно, огромное количество обычных воронежцев, самых разных профессий, больше 60 человек, на сегодняшний день являются участниками нашей эстафеты чтения «Ювенильного моря» повести Андрея Платонова. Где-то 2:40 будет продолжаться эта эстафета. С 12 до 14:40 мы, что называется, пройдем эстафетой по этой гениальной повести.